Ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-мама-мама. Ки-ки-ки-ки-ки-ки-мама-мама. Что это за ки-ки-ки-ки? Что это значит? Что это такое? Всем хай, вы на домашнем канале Валерки, и у нас снова Джейсон, мать его, Вурхис. И на этот раз он устроит скотобойню. Скотобойню в каком-то, и я так смотрю, тут парк развлечений, наверное, какой-то. Вход рубль, выход 2. Окей, я понял. Так, и у нас открылся новый скин, образ Джейсона, весельчак Джейсон. Весельчак. Ну, чем-то похож даже на этого, который был заключен, не помните, да? Добро пожаловать в рай на земле. Выход через магазин сувениров. Окей. Давайте начнем. Эпизод 6. Итак, парк развлечений, рай на земле, закрывается лагерь Хрустального озера. Здесь копы нас никогда не найдут. Ха-ха-ха-ха-ха. Ага. О, уборщик. Эй, эй, приятель, мне казалось, что это место закрыто. Жесть. А, билет на тот свет, окей. Что нам? Выключи свет, полиция не видит тебя в темноте. Окей, какие-то новые штучки, новые видения. Нужно выключать свет, получается, да? Чтобы полиция меня не увидела. Окей, раз. Оп. Херакс. Оп. А что у него? Видел? У него что-то какая-то штука вокруг лица там была. Ну ладно. Это, наверное, когда свет выключаешь, типа показано, что свет выключен. Так, ладно, но это легко. Это для нас легко. Выхода нет. А тупицы не заметят тебя в темноте, Джейсон, мой золотой мальчик. Окей. Ну, выключить свет. А, ну да, видишь, когда... Погоди, а если я вот... Опа, стоп. Я вот это убиваю. А потом... Так, вот так, так, вот так, наверное, так, так. А дальше... Так, стопэ. Не, опять-таки что-то намутили, короче, неправильно. Снова неправильно. Так, значит, делаем как? Мы делаем... Вот я свет выключил, да? Так, погоди. Свет я выключил. Окей. Наверное, я думаю... Ой, я убил, короче, да? Не, неправильно. Да что ты? Что ты... Да... нет. Так, я вот выключил свет. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Теперь что? А, теперь вот этого убиваем. Возвращаемся, наверное, свет включаем, да? Так, надо ее напугать. Блин, погоди, стоп. Раз, включил. Напугать, наверное, надо ее. Оп, да, вот она испугалась. Потом она испугается вот здесь. Да, и все, все отлично. А, чё у нас? Мы кораблями, короче, тут убиваем. А чё у нас ещё за оружие, то, что мы не пробовали, надо? Какой-то молодец, получил добавку кровожадности. Окей. 16 уровень. А, сейчас как раз оружие какое-то новое получим. Тубаретка опять. Окей. И секатор. Мы этим уже всем пользовались, короче. Раньше детям здесь было намного лучше, это место испортили до невозможности. Ну, как всегда, в принципе. Чё, ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-мама-мама? Ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-мама-мама?
Что это за ки-ки-ки-ки? Что это значит? Что это такое? Так, ладно, секатор. Давай его убираем сюда. Мы его сейчас разберем. Тубаретку разберем. Кастета мы тоже, по-моему, работали уже. Что у нас новенького дадут? Опа, гвоздодер. Вот гвоздодера не было. Добавляем его в экипировку. Посох у нас был. Так, бюст у нас был, рыба у нас была. Давай обмен. Чего интересного дадут? Шампур. Шампуром уже мочили. Так, сюда, сюда, сюда. Шампуром уже долбили. О, смотри, огненный топор. Вот это крутяк. Зашибись. Зашибись. Так, бензопилу. Так, что еще у нас тут? Ограбли. Ну, стульчак тоже был. Сюда. Что-то там еще, по-моему, было у меня. Так, гвоздь. О, гвоздь этот, как его, гайка, ключ. А, гитары, две гитары. Погоди. О, а стоп, микрофоном мы еще не били, да? Сковородка. Убираем. Сковородкой, по-моему, долбили уже. О, дверь автомобиля. Хорошо. Так, ладно. Но пока хватит. Давай дверь в автомобиле побьем. Так, окей. Капканы. Понятно. Так, надо позвонить? Нет? А если так? А, хорошо. Минус один охранник. Минус один охранник. Так, опа. Этот испугался. Если я позвоню? Нет? Чё-то не то. Если вот туда вот пойду, я там на капкан попадусь, короче, да? Нет, чё-то не то. Блин, этого напугал вот так вот. Теперь он туда не вылезет. Окей. Ну, охранника в любом случае мы правильно испугали. А вот насчет остальных я пока не знаю. Так, ладно. Не отвечает на звонок. Погоди, а если вот так... А, вот, смотри, если я вот так вот делаю... Так, вот так, вот так. Нет, я этого напугаю. А, ну, возможно. Погоди. Так. Угу. Так. Если это раз... А, он в капкан. Не-не-не-не-не-не. Так, не... А, стопэ. Стопэ. Делаю вот, смотри, чё как. Вот так, вот так, вот так. Это все правильно, вот. Нет, нет, стоп, вот так. Вот так. Этого убиваю здесь. Все, я, кажется, решил. Я, короче, понял разгадку, короче. Вот так вот этого пугаем. Теперь мы звоним в телефон. Вот так. Да? Да. Потом мы звоним вот так. Все, смотри. Ага, все говорю. А, нет, все, все правильно. Нет, нет, стоп. А! А, нет, да. Да, все правильно. Так вот, вот так вот. Блин, что-то заблудился там, короче, я.
Немножко. Погнали дальше. Что там? Мама ничего не скажет. Так, у нас свет выключается. Котики опять. Опять котики. Опять у нас здесь котики наши. А, кошки видят в темноте, получается, да? Окей, окей. Так. Оп. А, животное... Да ладно, а животное нельзя, чтобы сбежало животное? Да ладно. В смысле? Даже так? Нифига себе. Прикинь, даже так. Нельзя, чтобы убежало животное. Интересно, интересно. Девки пляшут. По 10 штучек в ряд. Так. Погоди. Нет, мне, короче, надо что-то сделать так, чтобы кошка не убежала. Вот я вот выключил свет, да? Но кошка все равно сейчас убежит. Если я вот сюда, она сюда вот убежит, а потом-то что? Мне ее убивать нельзя, мне надо, короче, в первую очередь убить вот этого, чтобы она, кошка вот сюда, а потом убить вот этого. Я так понимаю? Так, ну-ка, давай-ка нам подсказочку. Запомни, Джейсон, кошки видят в темноте, так что смотри под ноги, когда выключишь свет. Так, понятно. Кошки видят в темноте. Ничего нового она не открыла, короче. Так. Я вот этого убиваю сейчас, короче, и кошка убегает. Мне надо какую-то преграду, чтобы кошка не убежала. Мне надо как-то сделать так, чтобы кошка, мать ее, не убежала. Не, ну свет по-любому выключать надо, потому что вот этот убежит. Ладно, погоди. Давай мне решение, короче. Стой. Так, раз. Ну, все правильно делал. Этого убью правильно. Ну-ка, даль. А, свет включить надо. Ага. Понятно, надо было свет включить, короче. Я все правильно сделал, только я не включил свет. Ясно. Так, так, так. Опа, убил. Опа, так. Вот так включил. Дальше что? Хлоп. Погоди, хлоп, 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 хлоп сюда. Блин, не в ту сторону, ёкаламане, ёкаламане бабай. Так, вот так вот. Хлоп. Да. Теперь вот я убиваю вот так. Хлоп, и все. Отлично. Блин, чуть не просрал убийство, короче. Богатый улов. От некоторых аттракционов просто мурашки по коже. Я никогда не пускала тебя кататься на них. Джейсон, это слишком опасно. А Джейсон, вот не пофиг-то, а? Так, дай-ка я гвоздодёром сейчас. Повыдергиваю что-нибудь им. Так, ладно. Огонь есть и есть капкан. Огонь и капкан. Погоди, если я буду делать вот так, смотри, я начну. Опа, раз. Отлично. Угу, хорошечно. Наверное.
ну чё-то я не знаю. Сгорел, а вот эту я не убью. Я не смогу ее убить. Почему? Потому что я в огонь, он сгорает. Так, ладно. Тру-ту-ту. Надо было правильно. Вот я напугал, он убежал. Хорошо. Теперь. Надо, наверное, как-то вот эту напугать. Чтобы она убежала сюда. Короче, и как кого-то надо выгнать, чтобы. Блин. Нет, это неправильно. Это все неправильно, погоди. А вот, смотри, я ее напугал, да? Напугал. А, все, все отлично. Вот так. Нифига, я такую головоломочку решил прям. Вообще жесть. Так. Мама молчит. Свет, короче, выключить, да? Опять, по новой. Окей. Не-не-не-не-не. Опять не то. Опять не то. Надо вот этого пугать. Наверное. Как-то его напугать, короче. Так, свет вот выключили. Правильно же, наверное, теперь. Хотя не факт. Хотя не факт. Не, деркушка мешает. Теперь мне никак вообще не выбраться. Я сделал пушку, замочил. Окей. Так, ладно. Давай-ка, мама. Сразу получение решения. Так, раз, так, так, свет вырубили, окей, кошку испугали. А, даже вот так. Даже вот так. Понятно. Даже вот так. Кошку испугали, а потом никого не трогаем, получается, да? Теперь свет, да, вот свет я включил, короче, вот так. Дальше-то что? Я забыл. Угу. Убиваем. А, ну все, правильно, да. Вот этого испугал, теперь вот так вот убиваем его. Все отлично. О, 17 уровень, короче, 17 уровень. За это надо кофейку выпить. Да. Сейчас новое оружие нам дадут. Так, что там? Что там в коробочке? Средневековый бюст. Да ну нафиг. О, подсвечник. Подсвечника еще у нас не было. Давай подсвечник. А что-то еще там, да, у нас, короче, было? Давай сейчас, сейчас поставим им свечку. Так. Кому свечечку? Кто у нас тут болеет? Кому свечечку поставить? Так. Погоди.
Кому свечечку подставить? А? Ну-ка. Так. А теперь делается это вот так. Смотри, вот это сейчас испугается вот сюда. Final Suzy. Погоди. Теперь мне надо как-то... Меня охранник теперь убьет. Что-то я немножко не то сделал. Все четко, в принципе, но я что-то не так сделал. Все, в принципе, четко, да, но немножко не так. Окей. Смотри. Этого я пугаю сюда. Котейку, наверное, сюда. Сюда. Не. Вот это последнюю котейку, короче, я неправильно, наверное, пугал, да? Ну окей, ладно. И здесь я что-то не так намутил. Погоди. Надо сделать вот так, вот так. Вот этого напугали. Блин, надо котейку, короче, чтобы... Так, сзади вот так. Не надо, чтобы вот эта котейка, она убежала в бок, наверное. Чтобы ее как-то напугать, чтобы она, короче, уронила вот этот вот толчок. Я почему-то так думаю. Видишь, здесь толчок стоит, надо как-то, чтобы кошка уронила толчок. В принципе, как бы, блин, ничего сложного, но сложно в том, что сложно. Так, испугали кошку, а, правильно я пугал? А, всех кошек, короче, надо напугать. Так. А, вот это вот сюда кошка? А, вот эту кошку. Я понял. Все, я понял. Она, короче, сейчас, оп, уронила. Понятно. Понятно. Так я уж забыл. Так, ладно. Вот эту кошку пугаем сюда, значит. Теперь кошку пугаем вот сюда, значит. Потом. Вот этого сюда. Потом вот этого сюда. Кошка боится. Понятно. Так. Капкан. Кошачий. Так, вот сюда. Так. Ну-ка. О, кошка уронила. Все, хорошо. Вот теперь все. Все отлично. Ну, можно сказать, я почти все правильно делал, можно сказать. Да, у меня мысль-то была правильная. То, что надо было кошку, короче, капкану пододвинуть. Вот. И чтобы она уронила холодильник, короче. Ну, мысль-то правильно была. Нифига здесь кошек, смотри. Так, ладно, это вот сюда. Все, я уже накосячил. И кошку. Так, вот эта кошка испугалась. Эта кошка испугалась. Или неправильно.
Так, стоп. Ну, такое ощущение, что я все делаю как-то не... Правильно. Так, вот этого напугал. Окей. А дальше. Если я вот этого убил здесь... А, ну все, все отлично. Это более-менее просто. На тебе. На тебе подсвечник. Подсвечник в голову. Так, покупать ничего не будем. Окей, так, давай посмотрим, что у нас тут из оружия. Микрофоном мы не пробовали. Или пробовали, я не помню. Давай, ладно. Микрофоном. Смотри, какая-то леди легкого поведения. Так, ладно, убил. Это напугал. Хз, правильно, неправильно я делаю. Пусть будет так. А! Стоп. Ты вот так вот убил. Ее вот здесь напугал. А, смотри. Этот убежит вот сюда, а не вот туда. Мне надо, короче, чтобы он вот сюда вот загнать чувака, чтобы мне можно было пройти вот сюда. Как-то. Как это сделать? Бам. А, она еще живая, смотри. Ну-ка, добивай. Давай, 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 добивной, добивной. Микрофон ей в рот. Микрофон ей в рот. Ну, почти. Так. А вот дальше. Не, мне, видишь, мне не попасть будет туда. Мне туда не попасть. Так, ладно, давай. Так, а, ее сначала пугаем. Его потом убиваем. Ее вот сюда вот пугаем. Потом еще раз ее пугаем. И, понятно. Этого теперь убиваем. Да, она вот забегает сюда. Все хорошо. Ясно. Короче, надо ее напугать сначала. Потом, понятно, раз, два, три. Теперь вот этого чувака убиваем. Все отлично. Да, все отлично. Ну-ка, давай еще раз повторим. Блин, они так визжат, охренеть. Тем более, это, по-моему, была не баба, а чё-то как баба визжал. Хотя, если бы я Джейсона видел, я бы тоже как бабу завизжал. Так, в парках аттракционов так весело, правда, Джейсон? Мой золотой мальчик. Так, окей, у нас 11 ходов. Ходы у нас ограничены. Окей. Значит, делаем так. Убиваем вот этого, раз. Выключаем свет, два. Теперь. Три. Так. Наверное. Так. Так, погоди, а теперь мне этого не убить. У меня там два хода остается. Стоп, вот этого может... А, блин, погоди, свет надо включить. Так, вот это...
А свет-то я теперь никак не включу, погоди. Блин, а как свет-то включить теперь? Стоп. Мне, короче, как-то надо напугать, наверное. Да, вот так. А потом, а теперь-то? Лё, как все сложно-то. Жесть. Жесть, как она есть. Так, стоп. Стоп-э. Допустим, свет я выключаю, но и вот этих я теперь не испугаю никак. Вообще никак. Но я могу убить вот этих охранников. Раз. Хотя бы до одного охранника я убиваю. Два. Погоди, я же могу охранника убить. Нет, не могу. А хотя стопы могу. Так. Блин, а света мне никак не выключить будет. Так. А, смотри, ну вот так вот. Раз, два, четыре хода у меня осталось. Так, раз. Блин, а как теперь? Мне не хватит. Не, мне ходов не хватит просто-напросто. Окей. Ну вот я нахожусь, погоди, вот здесь, да, посередине нахожусь. Я могу, короче... Правильно же? Я вот убил. Это туда. Здесь я могу вот так выключить. Теперь-то что? Раз, два, три, четыре. Блин, а там я утону. Что за напасть-то? Что за бред-то? Мне бы как-нибудь, я не знаю. Да, убил. Свет выключил. И все. Теперь я ничего не могу сделать. Теперь ничего никак. Это дичь. Ладно, давай, что-то я не доезжаю. Раз, так. Ну, напугал. Ну, я правильно делал. Ну, выключил, так. А, я дурак. Во я дебил-то, а. И чё, всё заново? Блин. Во я дебил-то, раз. Два. Убил. Выключил. Так, вот так. Чё я тупил-то? Вот, вот так, раз. Я все правильно делал, но я один ход, короче, затупил, просто тупо затупил. Окей, еще кровожадности, давай, давай, 18 уровень, отлично, шикарно. Так, оружие. Шлифовальная машина. У нас была такая. Кофейник, о! Давай кофейником. Кофейником щам загасим. Сейчас сварим в кофе.
вниз. А, блин, сбежал, да ладно. Нифига себе. Сбежал. Прикол. Так. Этого, наверное, можно убить просто. Ну-ка. Жесть. А че он так орёт-то, как баба, блин? Задрал. Так. Теперь чё? Теперь надо как-то... Да куда ты все убегаешь-то? В смысле, блин? Так, погоди. Короче, мне нужно тогда охранника убить будет. Так. Так. Этот сюда. Правильно же, правильно же. Этого как-то надо обратно загнать. Так. Я вообще не понимаю, что я сейчас творю, короче, но... Допустим. Но, допустим. Так. Да куда ты убегаешь-то, блин? Затрал. Это опять вниз. Сваливается. Если его убью, он убежит наверх, короче, и это, сбежит. Что-то какая-то дичь. Непонятно. Я, короче, опять что-то накосячил тут. Да бред, короче, что-то я не понимаю. Погоди. Ну, этого напугал. Убил. Опять напугал. Вон он что. Я порядок действий уже забыл. Так, ладно, окей. Значит, вот этого надо напугать в первую очередь. Напугал? Правильно. Потом. Идем вот сюда. Убил. Так, правильно. Потом. Значит... Значит. Я забыл. Так, правильно же напугал, да? Вот его убиваем. А, потом вот этого убиваем. Понятно. Теперь вот этого. Отлично. Теперь возвращаемся вот сюда, да, все. Какая, смотри. Ля какая эмо. О, просто. Джон Син. Так. Тут опять с телефонами, короче. Опа. А теперь, если я назад, то кошка... Понятно.
Надо, короче, кошку как-то вот уклонуть. No! Видишь? Раз. Так, стопы. Что-то не то. Я что-то не так делаю. Так, так. No! Вот так. Блин, а мне где оттуда не выбраться? Реально, рил мне не выбраться отсюда теперь. Я загнал себя там в угол. Так. Потом кошка сейчас прибежит сюда. И все. Мне не выйти будет. No! А, погоди, вот этого я напугал теперь. Стопы. Стопы. No! No! Все понятно. Вот так. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все. Не видал, я просто без подсказок даже фиганул. Вон оно что. Мозги еще совсем не сгнили. Окей, так, последний эпизод. Ну, не эпизод, а как там? Статуи гаргулей такие же прелестные, правда, Джейсон? А, статуи гаргулей? А при чем здесь статуи гаргулей? В смысле? А что делают статуи гаргулей, если не секрет? Цвет вырубил, хорошо. Так, всю охрану повырубал. Допустим, да? Стопэ. Дек, стоп. Че, никто не напугался, что ли, ничем? Нигде ничем. Блин, там кошка в этот, в капкан попадет. Фу, так, ладно. Допустим. Stop right there! Стоп, мать, не. Надо кого-то как-то напугать так. Блин. Тут червь какой-то. А, вот, смотри, раз, напугал. Погоди. Ой, 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 я кошку не хотел. Стоп. Погоди. Погоди. Ну
все равно, да, и вот этого я убиваю. Потом мне нужно выключить свет, я так понимаю. Правильно же? Или нет? Так. Потом. Опять, наверное, идем вот так. Ага, все, все ясно, понятно. Теперь можно, наверное, убить вот этого. Кошка вот сюда. Да твою мать, а как я? Правильно, он, я его пугаю на капкан. Вот так. О, жесть какая-то. Но теперь что, мне надо убить, наверное, вот этого охранника. А, все правильно, блин. Так вот. Иду вот сюда, пугаю кошку обратно. Правильно же, правильно. Так, вот так. Все, отлично. Где там такой какой-то... За окном сюрреализм какой-то, вообще видишь? Охренеть. А, вот при чем здесь горгулии были. Вот при чем здесь горгулии были. Вот. Итак, открылся следующий эпизод. Называется «Выжженная земля». Что-то какие-то... Самолет, какой-то постапокалипсис, что ли? Окей, ладно. Ну что, друзья, очередной эпизод по Саджисина пройден. И всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, подписываемся в ТикТок, Твиттер. И с вами был Валерий, всем пока.